Акробатами верблюдов. Легендарный ташкентский цирк. Его история насчитывает более 100 лет, хотя в привычном для нас виде он существует с 1976 года. Если вернуться к истории, в конце 19 века в Ташкенте, в Самарканде, Андижане, Фергане, Намангане и Ургенче были сооружены так называемые цирки-шапито под открытым небом, внешне напоминающие ярко раскрашенные палатки. Впервые настоящий цирк в Ташкенте появляется в 1914 году. Успешно просуществовав несколько десятков лет, он был разрушен землетрясением в 1966. Спустя десятилетия цирк был построен заново, тот самый, без которого сегодня невозможно представить вид Ташкента с высоты птичьего полета. Тот самый, который вызывает восторг у детей, да что там детей. Взрослые также с замиранием сердца следят за выступлениями артистов манежа. Однако за последние годы количество зрителей резко сократилось. Причины разные. Система управления, которая за годы устарела, сокращение программы выступлений, низкая оплата сотрудников, которые увольнялись, недостаток молодых профессионалов, слабая материально-техническая база, содержание животных. Одним словом, цирк Ташкента требовал капитальной реконструкции, что, собственно, и происходит в эти дни. На экране фрагмент репетиции. Артисты узбекского цирка продолжают вызывать овации и срывать аплодисменты благородной публики два раза в неделю. Новость о том, что в ташкентском цирке начался капитальный ремонт, обрадовала не только посетителей и работников цирка, но если бы четырехногие артисты могли бы говорить, безусловно, мы бы сейчас услышали положительные эмоции на это событие. Ведь устарело здесь буквально все. Фасад, манежная часть зрителя, не говоря уже о загоне и складских помещениях. Ремонтно-строительные работы начались поэтапно уже с 1 июня этого года. По плану строительные бригады движутся от складских помещений и загонов для животных к центру – манежу. В рамках комплексной реконструкции полностью будет заменена вентиляционная, отопительная, электропроводная, канализационная система, крыши, двери, кабинеты, гример. Обновится материально-техническая база. Иной вид обретет и знаменитое фойе здания. Сердце цирка – манеж – пока еще принимает своих зрителей по выходным. Но совсем скоро и здесь будет слышен звон строительной техники и инструментов. Ведь уже в марте 2020 года ташкентский цирк вдохнет новую жизнь. Общий бюджет реконструкции ташкентского цирка на сегодняшний день составляет 46 миллиардов 630 миллионов сумов. Территория 700 тысяч квадратных метров. Также запланировано обновить и фасад здания, который останется в первозданном виде, но станет еще красивее и свежее. Ремонтно-строительные работы запланировано провести за 305 дней. Эти кадры уже останутся в истории. Обновление поистине исторического места, в стенах которого выросли и продолжают делиться своим мастерством. И по сей день настоящие мастера, легенды узбекского цирка, известные во всем мире, как заявка на то, что уровень развития узбекского цирка перейдет на новый этап.